Привет всем! Хочу рассказать о своем мобильном телефоне Nokia 301 Dual SIM на 2 сим-карты. Это уже будет мой второй рассказ об этом телефоне. Первый рассказ я проводил где-то 2 месяца назад. А вот как же повел себя телефон за это время? Как же он себя зарекомендовал? Обо всех его достоинствах и недостатках я хочу рассказать вам сейчас. Ну, давайте начнем, наверное, с корпуса телефона. Значит, как видите, у меня белый цвет, я его выбрал. Вот. Мои сомнения по поводу того, что, значит, это будет марки и цвет, в общем-то, не оправдались. Пластик не марки, он не мажется. В общем-то, я канцелярский работник, каких-то там особых загрязненных условиях телефон у меня не был. Поэтому всегда он чистенький, всегда он беленький, то есть опасаться здесь нечего. Вот. Ну, значит, матовая поверхность, она делает не такими видимыми потертости, царапины, что тоже, в общем-то, радует. Ну и надо помнить всегда о том, что, в общем-то, пластик есть пластик, то есть царапины возможны, и нужно, естественно, как можно больше корпус от этого оберегать. Какое-то попадание грязи куда-то, что-то, в общем-то, ну, у меня это не оправдалось, не произошло нигде ничего, поэтому по корпусу претензий как таковых нет. Телефон у меня не падал, не раскрывался, нигде ничего не происходило. Ну и по-прежнему осталось, в общем-то, как вот в первом обзоре я отмечал, удобство расположения телефона в руке. В принципе, то же самое и сейчас. В общем-то, также удобно. Также, в общем-то, хорошо в руке. Привычка, выработанная привычка к удобству телефона, то есть она осталась. То есть, да, привычное удобство, вот так вот можно правильно это все назвать. Вот.